Дубае открыли первое в мире здание, напечатанное на 3D-принтере. Друзья, будущее надвигается на нас со скоростью 60 секунд в минуту. Площадь одноэтажного офисного здания 250 квадратных метров. Создание конструкции заняло 17 дней, обошлось 140 тысяч долларов. И здание будет служить временной штаб-квартирой компании, которая этот проект реализовала. Ну и в правительстве Арабских Эмиратов заявляют, что технология сократит время строительства на 50-70%. Круто. Надзвичайно.